В феврале 1902 года состоялось торжественное открытие Пушкинского народного дома. После революции его переименовали в первый Красноярский рабочий дом-театр. Именно здесь начинал свой творческий путь актер Иннокентий Смоктуновский. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Свободу Юрию Тепечкину! Здравствуй, Люба. Я вернулся. В этом году Красноярскому драматическому театру имени Александра Сергеевича Пушкина исполняется 140 лет. И он стал талисманом для артиста Исаченко Алексея Алексеевича. Что для вас театр Пушкина? Я ответил, и я это могу повторить, что у меня такое ощущение, что я стоял у истоков создания театра Пушкина. То есть вот в этом году мы отмечаем 40-летие театра. И вот он настолько мне близок, что такое ощущение, что я вот был при создании этого театра Красноярского. Вот такое у меня ощущение. Храни меня, мой талисман. Храни меня в одни гонения, в одни раскаяния, волнения. Ты в день печали был мне дан. Когда подымет океан, вокруг меня валы ревучи, когда грозою грянут тучи, храни меня, мой талисман. В уединении чуждых стран, на лоне скучного покоя, в тревоге пламенного боя, храни меня, мой талисман.